Вот они, все сетки ржавчины, это мы уже маленько подскребли. Немножко прочистил, вот видите? Говорит, нашла антиржавчину. Ребят, ну и запах, надо сказать. Ну, надо сказать, отмылась. Ой-ой-ой. Ну ты не дыши так, ты... Лей еще, чтоб полный был. Да, это за питьевую, да? Видите, сколько грязи? О, у нас теперь кран какой модный. Далее. Другое дело, а то вообще же не шел. Видите, что здесь творится? О. Привет Новоалтайскому водоканалу. Пря! Лариса, сантехник. Разобрались. Вау! Вода пошла! Ну-ка, переключи. А это еще тут же с переключателем, с интенсивным очистителем ржавчины вообще-то. Разобрали вот этот кран. Видите, включаем его, вот если потихоньку. Видите, вода идет. А через трубу, вот через эту, вода не идет. Мало того, забиты еще, вот они, все сетки ржавчины. Это мы уже маленько поскребли. Вот. Сюда, в саму трубу. Вот, попытался я вставить сверло, а до этого и в эту сторону. Вот, отверстие примерно миллиметров 5-6, а сверло на 3 миллиметра. Вот оно заходит сюда, ну, может, 3 сантиметра, и все. Сейчас попробуем очищать. Вышел я на улицу, живем мы в частном доме. Вот попробовал еще спицу. Видите, спица то же самое не идет. Вставил я в шуруповерт сверло тоненькое. По-моему, на 3 миллиметра оно, или на 4. Вон, видите? Зацепил я там внутри этот шланг пластиковый. Он весь забитый полностью. Кстати, немножко прочистил. Видите? Грязи полно, потому что там грязница. Но пошел. Воздух пошел. Лариса тут, говорит, нашла антиржавчину. Ребята, вот такую вот антиржавчину покупала, гель. И быстрое удаление ржавчины из вискового налета. Я это купила в фикс-прайсе. Тоже сюда, то же самое нужно залить и в шланг. Вот она надела перчатки, решила стать хирургом сантехники. Врачом, вернее. Ну и запах, надо сказать. Ну, надо сказать, отмылась, потому что я пробовала щеткой. Я уже давно это заметила, как бы. И написала, что это нужно сделать. Угу. Ну и вот. Фу, вонище, правда. Ты ведешь дневник домашних дел. Ну, что нужно сделать в первую очередь. И все не досуг. Пойду и забуду сказать тебе. Вот старой зубной щеткой Лариса производит такие манипуляции. Туда-сюда, туда-сюда, обратно. Нужно замочить, наверное, пускай. Ой-ой-ой. Ну ты не дыши так-то сильно. Надо в трубу налить вот в эту. Вот в эту трубу давай нальем. А кто там заглушку ей поставит? Ну давай сначала, ты будешь держать. Заглушку никто ставить не будет. Мы просто вот так приподняли, вот видите. И сейчас зальем. Когда переливай ее туда-сюда. Еще, чтобы полное было. Мы этот кран осенью поменяли, по-моему, да? Или какой? Год уже прошел? Какой осенью? Год прошел, по-моему. Мы новый купили. У нас был такой же. Ну, не осенью, не осенью. Ну, мы новый купили, я знаю. Держи, мне... Я держу, отпускай. Надо все держится. Надо другое что-то делать. Там тоже известковый налет в самом этом. Вон, где вода. Оп, видите, дошла до самого верха. Теперь я раз и сюда переливаю, жду здесь, когда выйдет. Взяла рассеиватель, посмотрите, какой он. Теперь нам надо эту воду будет сливать и сливать, пока это все промоется. Промыть надо. Ржавой водой промоем, ржавый рассеиватель опять. Водоканал у нас. А нам, с нас считают это за питьевую, да? Это техническая вода фактически. Она и на техническую трудом тянет, потому что в ней столько абразива, что она любую запчасть испортит. Мы 3 фильтра должны покупать на месяц, чтобы
попить воды. Я ссылку в этом видео сделаю, как я фильтровал воду, пока Ларисы не было. Ну, в принципе, и сейчас также фильтрую. Ну вот, ребята, видите, сколько грязи. Этот шланг полный геля, вот этого вот геля, Санита. Антиржавчина называется. Очень хорошая штука, говорят. Ну, сейчас посмотрим, сейчас будем мыть. Вот Лариса тут пришла. О, у нас теперь кран какой модный. Далее. Никого такого нет. Вот он, гель выходит. Главное, чтобы он потом... А что, он там будет все растворять? Запах отвратительнейший. Ну-ка, давай я дуну. Ну, другое дело, а то вообще же не шел. Так, а эти ты уже помыл? Ну, вот эту вот так отмыла, посмотри. Ну, надо все, еще. Все эти дырочки, все целые, я посмотрела на просвет. Эту тоже помыла. Там внутри открывала и... вот здесь вот немножко сломанная оказалась. Вот эту открывала? Нет, конечно. Ее только потом выкинуть надо будет, если откроешь. Все заработало. Вот, смотрите, вот эта штука, отсюда вода давит, и там внутри куча всяких разных... Да, конечно, такая же ржавчина, как и везде. Очень даже надеюсь. Видите, что? Видите, что здесь творится? О! Еще сразу не вытащил. Давай нальем туда, оно немножко постоит. Ну, то есть еще не закончено. Подожди, тут, по-моему, надо еще выдавливать. Сам делай чистку. Всякая дрянь. Вот такую воду мы пьем, ребята. Ну, нас снабжают такой водой. Тут за чистую, за очищенную воду. Клади эту тоже что-то. Ну, давай эту сюда. Пусть стоит еще маленько. Видите, что творится? Что и стоять. Сейчас возьму щеточку. Я не хочу перчатки одевать, хотя руки разъедает. Короче, мыли-мыли и опять решили еще налить. Ну, еще подержать пусть чуть-чуть. Пусть постоит, да. Слушай, может еще сюда налить? А здесь вообще-то это какая-то заглушка типа, да? Тут она не без сеточки, без такой, да? Ну она вот через эту все идет сначала. Так, ну все, ребята, ставим на место. Давай. Вот этот наш, о, кверх ногами ставлю. Ну, специалист, жопорук, как говорится. Очки одеваешь, когда только всего видишь. Неприглядного. Надо было и там тогда мыть место, куда мы выворачивали. То сейчас будет там окалина, попадет и все. Выкручиваем. Ну-ка, подожди. Вот видите, включили. Да будет вода! Ура! Ну вот, постояла маленько. И видите, аж через трубу вот так вот все. Чики-брики. Как Настя, наша внучка, чики-брики. Ну, видишь, щетка как пролезает. Ворсинки от щетки. Все, надо собирать. Оказывается, эта ситечка имеет зеленый цвет. Я думала, что оно рыжее от ржавчины. Так, а как это все собирается? Ну, ситечка вставляй сначала. Не сюда, вот сюда, да. Вот так. Видите, у нас Лариса сантехник. Так, а вот это куда? Я не знаю, откуда ты вытащил. Ты не знаю, откуда это. Ты же снимала. Это ты разбирал. Сейчас будем перепираться. Так, разобрались. Сюда. Сюда. И теперь надо завернуть. Мы разобрались, конечно. Да, это мы разобрались. Да мы разборчивые. Так. Так. Легким нажатием руки. Ну, показывай. Ну, подожди, я вот здесь убираю. Не томи. Не томи. Вау! Вода ну-ка, пошла! Ну-ка, переключи. А это еще тут же с переключателем. Вот так переключаем. Это не то. Ну-ка. Вот, а теперь переключай на ходу. Иди. О, посредине вот, идет. Леечка такая. А почему то не отключается? Непонятно. По идее, должна посредине только идти. Ладно, нам так пойдет. Слава богу, пошла. Ура! Теперь канализацию надо прочистить. Все, всем рекомендую. Вот такую вот. Из
фикс прайса за 55 рублей. Санита гель за 55 рублей. Быстрое удаление ржавчины легкого налета. Вещь пойдет. Протестировано. Вещь пойдет. Жидкость. Мойте. Не засоряйте краны. Да, мойте чаще, как нам тут пишут в комментариях. А мы не моем их совсем.